Народ, привет. Вышли мы только что из фонтана, да, показали вам сердце, попрощались, но вдруг Наташа вспомнила, что есть еще один ДОС, какие-то крылышки, на которых классная тоже фотка на Бурдж-Халифу, и мы пошли гулять по вечернему Дубаю, причем туда, не знаю куда. В общем, сейчас вам все покажем, ставьте лайк, гуляйте с нами, поехали. Пойдем. Наташа говорит, не сердцем единым, попробовали мы там сфоткаться, но люди не понимают, что нужно фоткать себя, сердце и Бурдж-Халифу. Почему-то лезут именно вот в сердце сфоткаться, поэтому мешают и себе, и всем фоткаться. Сейчас Наташа говорит, еще здесь есть крылья. Я тоже помню, что они где-то есть, но как к ним выйти, я не помню. Попытаемся найти. Да, сейчас попытаемся найти. Главное здесь не убиться. Вот очень много машин уже выезжает отсюда. Посмотрели люди шоу. Все, хватит, да? Скупились. Да, пора домой. Сейчас будний день, 10:30. Перевожу камеру, идем вперед и уходим в ночной Дубай. Слушай, а где бы это понять, как мы, где мы находимся? Не, мы как-то здесь выходили, но мы ловили здесь такси. Где такси ездит, это я помню. Да? Да, вот чтобы я помню, где-то именно... крылья были, это все сделано уже после нашего отъезда. И вот. Франжипани, посмотри, олива. Натуральная олива растет. Франжипани, подожди. Дубай, фонтанчики. А мне кажется, что мы как-то не туда идем. Кто бы спросить у него такого? Не знаю, найдем ли мы крылья, которые мы ищем. Мы ни разу их не видели. Но, по крайней мере, красоту вам здесь покажем. Смотрите. Да, не так все просто. Просто красота. Наташ, как тебе новый ночной Дубай? Очаровательно. Очаровательно. Ну, идем вперед. Ты знаешь, вот действительно, как город для людей, что можно ходить, неважно, какая температура. Да, у нас, например, в Эляне сложно ходить. Пройтись, то перекапывают и что-то еще. Как все бы, равно ну... все делают реально, чтобы да, люди уж. Ходили пешком. Чтобы сделаны брать... дорожки для дорожки великов, да? Для великов, да. Классно. Но не так, как нравится. Дубай, конечно, для этого круто. Да, вообще. Красиво. Конечно, можно у security узнать, они здесь на каждом шагу стоят, но мы просто сами не совсем понимаем, да, что мы ищем. Спросите, если честно. Какие-то крылья еще, ты в эти крылья влазишь и как бы получается фотка... Ну... Ну, охранника ты... спросили. Сейчас я сделаю. Давай. Ой, велосипедист впереди. Ну, охранника спросили, скажите, пожалуйста, как нам пройти в даунтаун? Он говорит, извините, мадам, я тут второй день работаю. И я такая, о, боже, да. Пожелали ему удачи. Пожелали удачи. А потом думаем, о, так это можно и год простоять и рассказывать. Я думаю, день... вообще хорошая отмазка. Я ничего не знаю, второй день да. работаю, да? Вот так вот. Ой, красиво, слушай, пальмы. Слушай, ну вот здесь, да, ну, или дост, или что это вообще такое вот. Давай посмотрим, что за дерево такое. Дерево любви, удачи. Знаете, очень прикольно здесь как вешалку использовать, сумочки вешать такое. А я думаю, что это так и есть. Видишь, это какая-то территория, здесь как будто бы классно. Красиво, вон Бурдж-Халифа видно. Огонька. Ну идемте по этому зеленому шикарному ковру. Это ковер просто, это не трава. Если вдруг кто-то подумал. Ну, гуляем ли мы, а мы Посмотри, часто... Посмотри, как красиво сделано, как это, форт. Да. Мы часто даже сами, же говорю, не знаем, куда мы гуляем. Поехал. Да, вот такой он ночной Дубай. Кстати, пахнет бахуром. Так, что-то там написано. Бахар что-то. О, может, это сука Аль-Бахар? Это здесь должно быть, наверное. Я чувствую, здесь должно быть. Точно, это одно из мест Сух-Аль-Бахар. Помнишь, я тебя сегодня спрашивала? Нет, не помню, расскажи. Не помнишь, я тебя спрашивала, Сух-Аль-Бахар, как нам пройти? Или это а тут... я как должна была знать, что в Дубае живу? Да? Мне нравится, когда Наташа у меня спрашивает, как пройти на Сух-Аль-Бахар. Это, наверное, есть он. Очень уж похоже, что знаешь так. Я так понимаю, он закрыт, наверное, уже. Это парковка, подожди, вон вы, вон, точно. Я тебе сейчас проведу. В общем, народ, сейчас мы... Посмотрим, что такое Сух-Аль-Бахар. Бахар. Аль-Бахар. А, да, вот написано, уже надпись есть. Хотя Кар-парк, это нам надо подальше идти. Мне кажется, там оно... Ну, по крайней мере, что-то новенькое для себя увидим. Может быть, и для вас новенькое. Да, народ, мы в каком-то будущем таком конкретном.
какие-то красивые, такие яркие. Посмотри, жилой дом, какие жилые дома. Под древнину, под арабскую древнину. Ну, вы понимаете, что эти дома в центре города, они тут стоят дофигище. Не меньше небоскребов. Стилизовано, конечно, безумно красиво. Так, аккуратненько переходим. Кар-парк, ну, вперед идем. Красиво здесь, красиво. Специалист. Такие деревца, как бонсаи прям. Ага. Такие большие. Красота здесь, красота. Ну, вот сейчас думаем, куда же мы зайдем. Интересно. Ну, прикольно, если бы сук был открыт. Но снова-таки неясно, непонятно, открыт ли он. Ну, может, уже вечер, конечно, все разъезжаются, хотя... Хотя, судя по тому, что мы видели, сейчас только все входят в Дубай Молл. Да. Мы выходили 9:30 вечера, будний день, а все входят. Да. То есть, ну, значит, народ то еще идет тусить только. У меня вплоть до того вечера, когда я работаю в Аляне, рабочие дни, у меня нет желания тусить вообще никакого. Там написано было Palace Downtown и что-то еще. Значит, такие мы в даунтауне, ну да. Только никто не знал, как сюда пройти. Ой, вот просто градом. Да, жарко сильно. Ух, маска еще добавляет жары. Здесь все вот так вот мокрое. Просто снимаешь, что здесь пот такой. Знаешь, сегодня очень классно это. Да, ветерок дует. Ветерок классный. Ну и... Я думаю, какой-то суп такой странный, смотрите. Нужно, походу, только на машине заезжать. Почему? Вот же. А ну идем посмотрим. Идем, идем. Так, по идее, если вот на Дубай, на Бурдж-Халифу, то где-то эти крылышки должны вот здесь стоять. Ладно, пойдем за Наташей. Я говорю, если фотка на Бурдж-Халифу, вот, то крылышки должны здесь стоять где-то. Значит, где-то дальше. Идем посмотрим. Идем. Ладно, идемте на сук все-таки, да. Можем, но... Блин, слетело только что. Ну вот. Когда идешь с камерой, народ, это просто шиздец, блин. Да, сразу страховочку к травматологу. Да, Наташа меня иногда за руку держит. Ну так жарко, что вообще, типа, ну, даже и за руку уже держать газельки не надо, да. Красивые. Да. Газельки, пальмочки. Зелень. Странно, ну вон еще кто-то идет пешком туда, ничего. Это доставщик идет пешком. Ну доставщики, мы с Наташей, кто еще тут без машины в Дубае? Как? Только мы? Да, только мы. Так, ну и доставщики. Аккуратненько. А я поняла уже, давай. Место для взлета. Ага. И место для падения. Да. Вот, сук Эль-Бахар. Над ним Бурдж-Халифа. Сюда, да, Наташа считает, что вот в эту башенку нам надо зайти. Ну, поехали, поехали мы. Господи, масочку приспущу. Жарко так, что у меня пот просто с шеи течет уже. У меня просто уже пот вот туда вот затек уже. Маска внизу вся потная, капец. О, опять фонтаны, смотри. О, снова фонтаны. Не закончились уже, да? Только что аккуратно, были. Аккуратно. Так, ну тут, наверное, все уже закрыто. Да, ну тут ясно, что все уже закрыто. Я подожди. Ой, а что это за скифский ход такой? Аккуратно, 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 аккуратно. Ёп. Только что чуть меня они на капоте не повезли. Сейчас там еще. Подожди, значит здесь эти вот крылья должны быть, потому что Бурдж-Халифа очень нет, классно видно. Нет, не здесь, здесь фонтаны должны быть. Ой, что это за конь? Мы же можем стой, пройти? Подожди, да. И а, там дальше фонтан. Мы же можем пройти. Господи, да, я через камеру вообще ничего не вижу. Аккуратно. Нужно иногда отвлекаться. Так, Наташ, ты иди вперед. Давай. Мне кажется, я сейчас навернусь. Красота какая, смотрите. Ух, отражение. Ну, идем за Наташей. Мне почему-то Индию напоминает, как мы шли к Тадж-Махалу. Да. Да, и тебе это напомнило, да. Реально. Да. Такая же красота. Также вода была, узкая дорожка, но людей было намного больше. Так, это что? Это конь какой-то, памятник коню. Это прям мощный какой-то. Не знаю. Скамеечки такие симпатичные. Угу. Привет, конь. Давай я даже тебя уменьшу. Симпатичный. Класс, смотрите, лавочки, сел, посидел. Ёлки, ну все для людей, все для людей. А
объясните мне очень странный хвост, как по мне, нет? Слушай, я не знаю. Вообще, я подумала, честно, когда смотрела с той стороны, там что-то другое висит. Ну ладно, это хвост. Не конь? Ну это такое. Это не троянский, но конь. Так, а вон там еще фонтанчики. Ну, мы идемте. Все равно, я думаю, мы выйдем отсюда. Пойдем. Слушайте, ну все мы надеемся, что мы выйдем отсюда, правда? Не-не-не, просто потому что мы опять подойдем вот это, к Дубай-молу. Ну ничего, сейчас подождите. Ну, там какие-то кафе. Вот конкретно написано уже, что надпись «Сук Аль-Бахар». Вот он, сук. Да, аккуратно. Ну, подождите, может, еще ничего это... и не закрыто. Уже помахали чтоб... такси, чтобы клиента забрать, и он прямо аж от радости забудыхается. Но нет, но нет. Мы просто идем прямо, но нет. Что на нет? Ну, мы не клиенты такси, да мы сейчас не вот поедем. Там помахали, а? Там ему уже помахали. Ну, на здоровье. Прямо. Як шо, хлопчина, заработаю сейчас. Я только за него рада буду. Он аж прыгнул. Так. Слушайте, местных целая куча отсюда выходит. Так. Мы пойдем по кругу. Знаешь, это очень похоже, как на Джумэре. Да. Сделали. Как на Джумэре. Боже мой, снова чуть два раза не слетела. О, какая машинка. А помните музей машин у нас в отеле Гевора? Не хуже, однозначно не хуже. Ну вот, прогуливаемся по ночному Дубаю. Ищем то, не знаю что. Ну пошли, чего? О, еще тачечка. На Ламборгини похоже. Я уже, блин, запинаюсь. Здесь ресторанчики из серии «Дорого-богато». А мы идем вперед. А что, отсюда хороший вид, да? Неплохо. О, вот это тут бурж хорошо виден. Мне кажется, где-то здесь это вот, по идее, эти крылышки должны быть. Нет. Когда стоишь так, смотри, посмотри, какой вид на Бурдж-Халифу. Мне кажется, оно еще левее. Сейчас мы выйдем. Так левее направо. Просто оно будет закрыто, мне кажется. Нет, сейчас мы узнаем. Ну как, народ, как вам видик? Ты спускаем масочки, а то, честно, пиздохнуть можно. Да. Вот, отдохнем, сейчас постоим. Вот. В таком месте. Хороший рынок. Правильный. Можно постоять, посидеть, попить кофе, водички. Вот, показываю вам, что такое ночной Дубай, что вы в любой уголок завернете, и вам будет классно и интересно. Вот, такие вот дела. Вот, приблизили, на самом деле, вон там получается «Сук Аль-Бахар», да, написано? Нет, я думаю, что это один из входов просто. Один напросто. Из входов, да? Да, да. Но судя по количеству людей, он закрыт уже, по-моему. Мне кажется, он просто не очень популярен. Ну, наверное. Ну, пошли тогда, идем. Пойдемте погуляем. Так, идемте, вот все-таки вот в это место попытаемся попасть, попытаемся зайти. Отсюда выходят местные, может, это апартаменты, может, нас не пустят из-за камер. Наверное, когда будем подходить, я камеру уберу. И если нас пустят вовнутрь, тогда я ее включу. Потому что если сейчас буду идти с камерой, нам просто хорошо прилетит. Народ, ну оказался это отель. Нас туда, конечно, не пустили, но мы спросили, где «Сук Аль-Бахар». Нам сказали пойти напротив. Чего нас не пустили? Идем мы напротив. Просто не захотели заходить еще. Момент. Да, просто они говорят, это отель, это отель. Мы такие, ну нам рынок нужен, короче. Нам отель не был нужен. Вот, так что сейчас, ну в очередной раз, я не вижу, куда иду. Что-то Дубай совсем темный. В этот раз был вот этот бордюрчик. Так, ну мы идем напротив. А, вот, смотри, «Сук Аль-Бахар». Вон он сказал. Да. Он сказал пройти через серединку. Ну, давай обойдем. Тут какая-то серединка стрёмная. Сейчас опять подлечу куда-то. Ну, народ, знаете, мне нравится гулять. Не знаю, как вам. И мне нравится. Нам нравится, мы идем и гуляем. Приятные, вежливые люди. Вот сейчас пойдем, он сказал, да, идите, заходите. Ну, сейчас узнаем. Что же такое? Это, наверное, уже этот сук, рынок, рынок Аль-Бахар, про который Наташа, где ты его вычитала? На карте Google. А, на карте Google. Увидела вот название. Спрашивала у меня, где этот рынок, я, конечно, не знала. Там люди сидят, какие-то кафешки вроде. Это Шекспир, похоже. Это кафе такое, Шекспир и компания. Ты же рассказывай, то подписчики не знают. А я ж тоже никуда не хожу. Пахнет этим, кстати, пахнет шишей. Так. Ну, вроде да. Не здесь? Давай спросим. Давай. А где ж тут вход? Вообще непонятно. Может, мальчик не понял, что он закрыт уже? Ну, идем за Наташей. Блин. Так, что-то мы запутались, по-моему.
Я предлагаю пойти направо. Ну, пошли направо. Ну, тут написано под этим, вон, Сук-эль-Бахар. Давай попытаемся зайти. Вот, открыто, ну и пошли. Фух. Кафешки, ресторанчики. А, вот написано, Сук-эль-Бахар, вот написано. Смотрите, ну вот он. Очень много всяких кафешек, ресторанов. И я не знаю, как бы, ну вот это Шекспир, популярное кафе, но у нас в Иляне есть популярное дорогое кафе. Туалетики есть, ну не знаю, как бы вообще. А, все, я понял, это такой сделан, как рынок, как бутиковый, и называется он, так и называется он рынок, рынок Эль-Бахар. Ну что ж тут такого, сейчас узнаем. Они да, они уже все закрываются, естественно, 10 часов, 10? Без 20, ну без 20, 10, естественно, все уже закрываются. Давай покажем вот красивую люстру, покажем вообще, что это такое. Есть и магазинки с мороженкой, есть и Starbucks. В принципе, так себе. Ой, вот. Опять охранник. Сейчас опять он к нам будет бежать. Это супермаркеты, да, вот. Вот такой он рынок. Ну, идем попробуем спуститься вниз. Только я камеру отключу пока, чтобы охранника не дразнить. Ну все, обошли мы охранника. Смотрите, здесь всякие сувениры прикольные продаются, фенечки, браслетики, кулончики, даже какие кулончики, он серебряный, правда. Не, не хочу, смотри, какой яркий, практически как у тебя, и сколько же он стоит. Красиво, у меня такой в Киеве был. 100 дирхам? 100 дирхам, 27 долларов, ну, по-моему, я за 100 гривен когда-то покупала, или за 60 гривен даже. Ну, 60 гривен? Ну, по-моему, тогда, но это было лет 10 назад. Ну, камень, чувствуется, что... Вот он рынок, вот мы уже вышли. Теперь понятное дело, то Starbucks и всякие Шекспиры. Вот теперь это напоминает рынок. Теперь, народ, мы идем по рынку, где вот смотрите, какие одежды, абаи, кандуры, сувениры, конечно же. Ну, конечно, есть и фармасия, это аптека. Красивые вещи, смотрите. Я посмотрю на эти бесполезные маски. Это что, маски? Да, бесполезная маска. А ты, конечно, пропускают. Что за бред такой? Ну, бесполезно. А вот есть подкладочка, смотри. То есть на эту маску еще маску да, делать? Да. Ну вот, красиво. Наташа вообще уже спрашивает, как маска. Сколько маска стоит? Рассказывает. Наташа же шутит, я надеюсь. Ну, no, thank you. Не-не-не, никакой нам не надо. Сколько она стоит? 70 дирхам. Да, я думала, ты прикалываешься реально. Думаю, Наташа вообще уже... Чего? Ну, не знаю, подумала, ты покупать ее будешь. Да, так, показывай. Я выпить-то дышать не могу, а там... А ты хотела кашемир какой-то себе, кстати, купить. Помнишь, брат, ты хотела его купить на, по-моему, на Дейре? Лучше в Дейре купить, чем... Ну, в Дейре-то мы уже были. А вот сувениров целая куча тоже. Две чашки и всякие, дайте я вам покажу просто, какие сувениры есть. Красивые. Ну вот идем, это я сейчас покажу. Ну, верблюдик, как он головой кивает. А, красота. Красивые платьишки. Говорю мое любимое слово, аутентичные. Ну, вот такие футболки, да, симпатичные. Но лучше сувениры из из Центрпоинта привезти. Мы там видео как раз делали. Не хочу даже про шопинг. Я хочу посмотреть такие цапочки, браслетики. Ну, вот такое, короче. Наташа не хочет здесь цены спрашивать. Видимо, вчера ей хватило этого восточного рынка. Пройти по восточному рынку, да? Нет, казалось бы, это было вчера, столько видео уже сняли, столько прошли уже. По-моему, мы не спим вообще. Какие ковры красивые, иранские ковры. Сейчас попробую перевести. Вот скажите, разве это некрасиво? По-моему, это обалденно. Я не знаю, как это, машинная, ручная. Смотри, какая красивая картина. Это просто обалденно. А вот тот, как у тебя, это ручная. Знаешь, я только говорю, не любят голову ковров, у них просто красивых ковров. И они не видели красивых ковров на самом деле. Картина такая? Смотри, двери. Разные, да, разные ворота. 1600 дирхам эта картина. Ага. 1600 дирхам. А картина красивая, честно. А вот Будда, смотри, 1850. Причем, смотри, все лицо состоит из маленьких Будд.
Слушай, я бы и не заметила. Снова Наташа, как это ты писанки заметила? Не говори. В Софийском соборе. Посмотрите наши видео про Киев обязательно. И Наташа вообще много деталей замечает. Ну, в принципе, я часто втыкаю, с камерой иду. Смотрите, как красиво. Да? Напоминает чем-то Дубай, мол, и суп, где находится динозавр Дина. Помним, да, Диночку? Ну, очень похож, как он правильно. Я правильно говорю? Восточный рынок? Не-не-не-не-не. Там, где парус, отель парус, да. Там тоже есть этот суп, я только не знаю, как он называется. Да, мы не помним. Если найдем в интернете, в субтитрах оставлю, тоже есть специи. Принцип такой же, да. Да. То есть, если вам понравилась вещь, то, конечно, не жалейте денег. Но если у вас есть деньги, да, если понравилось. Деньги. Например, мне сегодня Феррари понравилось. Ну да. Ну, как бы денег пока на нее нет. Конечно, понимаете, что у вас хорошо на... Наколят, короче. На потому что вы же турист. Даже если вы не турист, да, вас наколят. Но если вы местный чел, обязательно купите за нормальные деньги. Платишь, когда я там пройду, туда как-то мало показываю. Мало. Здесь хотя бы какой-то комфортный восточный рынок. Потому что никто не бегает, не цепляется. Нас, наверное, просто не замечают, мы очень быстро проходим. Снова женские красивые баи, мужские белые кондоры, сувениры. Ой, как ладаном пахнет. Ёлки-палки. Сеньки, ну. Сеньки, ну, сеньки. Сейчас нас будет обкуривать, я закрыла нос в маске. Бахур сейчас дико так пахнет. Резко. Ой, эта вот штучка, как она дымится. Мама дорогая. Hello, how are you? No, thank you. I'm allergic, really. I have sad now. So the mask not perfect. No, thank you. Куда ты? Не, я не буду, не. Наташу уже заманили, я не могу. Просто у меня запах такой на меня резко действует, я начинаю плакать. Смотрите, кстати, разные виды. Это ж бахур, да? Нет, бахур. Бахур? Yeah, different kind of. This... Ой, как красиво Бурдж-Халифа сделано, смотрите. Наташа никогда не отказывается что-нибудь такое понюхать. А where is frankincense? Да, там мальчик мне махал, но я сказала, что нет, у меня аллергия на этот дымок. В общем, настоящий восточный рынок. Приходишь, нюхаешь ароматы. Красиво. Наташа любит побрызгаться так, знаете. Мне кажется, она специально это делает, чтобы я возле нее не ходила. Такие люди приятные здесь. И снимать разрешают, и, скажем, брызгают. Сколько мы хотим. Ну, классно. Такой рынок очень добрый, знаете. Если хотите такой побывать на таком рынке, который покрытый, закрытый, в котором прохладно, вот этот рынок вам подойдет. Обязательно заходите. О, Наташа уже какой-то нашла новый аромат. Это какой-то приятненький. Даже мне так потянуло, я открыла масочку. Ну, это роза. А, ну и мужчина наконец-то выключил там. Укурницу, бахурницу. Ладаном, очень ладаном. Да, не то, что очень. У меня просто нос и закрылся, и глаза зачесались. Я себе оставлю. Хорошо, давай оставляй. Но мы уже как бы прикупили ароматов. Про это было видео в Джунаиде. Для посмотрите, тоже интересно, как выбирать ароматы. Говорят, он стронг, то есть сильный, нет проблем, но я отбежала сразу. Потому что у меня проблемы, да. Видите, вот такие маленькие толы. В них наливается, и это получается не очень дорого. Not strong, no. Для Наташи вообще любой аромат нормальный. Красиво, да? Наташенька, денег уже нету. Давай, надо говори, что завтра придем. Как это обычная отмазка. Мы подумаем и придем завтра. Ну спроси хоть сколько стоит. Примерная цена, Наташ. Спроси. Amber fresh? Amber fresh? No, I like rose. You like rose? Today rose. Parfum. What's like parfum? Parfum. Don't like?
Ну спроси так, хоть какую-то цену. Так, мадам. Сейчас он тебя соблазнит и разведет. Помни, денег нету. Look, buy this for customer 200. На самом деле 2000, а для Наташи 1000. Нет, знаете почему? 100. Ты что? 100. 100, ну да. 100. Он сказал, вообще 200, а для Наташи 100. Турист, I'm tourist. I'm not tourist, I'm resident. I'm living here. This wood is Sherzai. This gift for you. Кадо. Ну, еще и подарок дают вообще. То есть, смотрите, за 100 дирхам вы можете взять и такой вот парусничек, и такой красивый, миллилитров? Такой красивый аромат шейхом Зайда. One tola, это 12 миллилитров. One tola, 12 миллилитров. Как ты знаешь? Он хочет продать за 100 дирхам. Ну, это дорого. Ну, да, конечно. Окей. Как там, мафи флюс? Мафи флюс, мафи мушкеля. No, really. If she wants, she will back tomorrow. But today, really, mafi flus. Finish, all finish. Thank you, guys. Thank you. Good night. Good night. Вот шли мы на этом прекрасном рынке, и Наташа увидела шикарные шелковые платки за 40 дирхам. Хотя до этого мы спросили кошелечки, которые мы покупали на золотом рынке. Так тут в два раза цены дороже. Ну, Наташа говорит, шелковый платок за 40 дирхам. Это что, вообще, ну, ни о чем. Говорит, женщина с Индии платки, да? Ну, мы на Шри-Ланке такие покупали. Ну, возьми за 40 дирхам. Все, Наташа пропала. Ну, мы поторгуемся, да, немножко? Ну, поторгуемся, два. Вообще, кстати, даже посмотрите, есть такое вот, как украинская такая штучка, похоже. Смотрите, красота вот такая. Ну, это такое вот платьишко стоит 250, мы уже спросили. И вот Наташа сейчас будет выяснять, что с платочками. Ну, такая красота, в общем. Ну, наверное, я сейчас выключаю видео, поскольку играет музыка, чтобы наш канал не забанили, но... Думаю, Наташа что-то себе выберет, и мы вам покажем обязательно. Тебе очень классно. Тебе классно, реально. Мы просто попросили и выключили музыку. Слушайте, Наташа не понимает, что за цена такая. 40 дирхам. Это чуть больше, это где-то 11 долларов. Я правильно понимаю? Да. Сейчас мы это, мы только ты это, не своего шока не выдавай. Не-не-не-не-не. Это сейчас да. Будет нам... Не-не-не. Ну смотри, какие еще. А покажи просто вот, открой, покажи, цвета, какие, да? Вообще цвета могут быть здесь. Ну цвета в принципе спокойны. It's square or long? It's long? Or square? Long, long, long. Long? А ну, yes. Please show me. Это что-то сейчас long. А price? Same price? Same price. Нет, мы четко услышали 40. Не, ну same price. Ну да, мы четко услышали 40, это очень хорошая, классная цена. Ну да, мы сейчас еще узнаем. Так, оно что лучше? Не знаю, это тоже очень красивый, слушай, вообще. Ну, оба красивые. Слушай, если возьмем два за какую-то цену такую, которая... Ага. Да. Сейчас у меня тут телефон заряжается просто прямо. Зеленый. Что если с ума скажу на зеленый? Ага. Не, ну, наверное, такой слишком яркий. Не, яркий. Нет, да? Тот лучше. В общем, такая у нас примерочная платочка сегодня. Люди, напишите, кто любит такие платочки, кто покупал в Индии, на Шри-Ланке. Мы покупали, вот нам вообще не дешево. Я же говорю, мы удивились цену. Почему мы остановились? Просто цена нас остановила, потому что цена классная. Шо же красивый. Мне понравился первый и второй, этот, который ты брала. Это ну вот, яркость. Я же во втором.
Ты во втором, да, первый там лежит где-то. А первый длин, первый обычный, второй длинный, первый, да? Первый квадрат. Первый. Слушай, ну попробуй за 70, может, там. Вот это вот первый, да? Да, это первый. That's nice. Шикардос. Вот что такое шоу, да? Наташа хотела показать фокус, ну, почти его показала, фокус, да. Фокус почти удался. И первый, и второй классный. Ну, я не знаю, как. У тебя есть один уже, да, платок? Да. На Шри-Ланке мы покупали. Да, у меня не один, у меня два есть, или три даже. То ты еще хочешь несколько. Да. Ну, красиво жить не запретишь, народ, что вы взяли бы. Я вот это хочу. Да? Да. Мне кажется, торговаться нет смысла. Такая цена просто, ну еще. Я даже а не... я хочу вот те абайи померить, ну, как давай, украинские. Давай. А may I try this like abaya? I don't know how it's named. Ukrainian abaya. Because in our country it's motif, как сказать? Ну, same, I don't know, same elements. Ага. Describe this method. Keep it like that, yes. Yes, like that. Тут 250 стоит, да. Народ, очень красиво. А вот из-за материал? Cotton. Cotton? Cotton. Ну, знаешь, он такой тепленький, я думала, покрутись. Шерсть, но навряд ли за такую цену будет. Очень красиво. Скажи, вообще бомба. Сейчас опять напишут люди, ну куда в таком ходить, да? Ну, люди обычно всегда пишут, которые недовольные хейтеры, гадости. Ничего страшного. Так, ну что, я так понимаю, эту вот абайку мы не берем. 250 все-таки дороговато. Не, берем шикарный платочек. Ну, вот, и идем дальше. Ходить, да? Идем дальше гулять. Красиво, красиво. Там такие цвета есть. Народ, ну что, шли мы и нашли. Точнее, Наташа верила и нашла эти крылышки. Смотрите. Поворачиваемся, вон они там находятся. Идемте сейчас через аллейку пройдем, Наташа нас проведет, так как она нашла. Вот, как раз мы вышли из рынка. Наташа в красивом новом платке. Ой, а там верблюдики на противоположной стороне. Да, слушайте, красота какая. Вообще. Сейчас еще приближу верблюдиков, подождите, да, видно, хорошо. Все, идемте, вон эти. Я думала, это статуя, а не девушка живая, слышишь? Я думала, фото стоит. Не, ну там же уже как раз в этих крылышках и стать. Да, вот оно, вот эти вот крылышки, и там как раз открывается какой-то великолепный вид на Бурдж-Халифу, на остальные небоскребы, смотрите. А вон и кораблики катаются, смотри. По заливу уже, поэтому. Вот такая красота здесь получается. Кораблики сейчас приближу. Видно, да, кораблики катаются. Вот она, эта инстаграмная фоточка. Вот она. Здесь прям очередь уже стоит. Угу. Красота. Наташ, ну как тебе такой ночной Дубай? Круто, да, вообще? Мы по такому Дубаю не гуляли еще. Просто гулять, не надо ничего покупать. Не да, надо просто, ничего. Можно, просто можно погулять, и просто можно пройтись, можно. Посидеть. Все классно, все бесплатно, все здорово. Это круто. Какие приятные люди здесь вообще. И продавцы приятные, ну вообще и охранники приятные. В общем, народ, рекомендую вам этот, да? Рекомендую. Не мол даже, а этот рынок, сук, да? Сук. Да. Сук Аль-Бахара. Рекомендую. Да. Просто очень классный. Ну вы понимаете, что цены, в принципе, ну, цены вам будут завышены очень. 200 очень, для вас 100, а стоит на самом деле 50-30 где-то так, да? Да? В общем, народ, ну. Но если, опять же, если вам понравилось, то просто... Если денежка есть, для себя купите, да, для себя. Да. Ну, поторгуйтесь чуть-чуть. Да, и, ну, в принципе, не спешите. В принципе, есть такие магазины, посмотрите на нашем канале. Есть знаменитейшие арабские магазины, в которые вы заходите, они имеют репутацию, они имеют хорошую парфюмерию, качественную. И там вы можете купить, не стесняйтесь. Просто здесь, ну, я считаю, что здесь... Дороговато. Ну, во-первых, дорогие.
во-первых, дороговато, а во-второе, это, ну, немного посредственная парфюмерия. Я так считаю. Если вам нравится, покупайте, наслаждайтесь, получайте удовольствие. Да, и будьте счастливы. И будьте счастливы. Мы с вами прощаемся на этом видео, но не прощаемся на нашем канале. Не прощаемся. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. Пока-пока.